Mąż Dąbrowski. Dąbrowski. Всегда уважал гимн Польши. Он такой классный, такой воинственный, такой, такой супер польский гимн. Да, сразу адреналина прибавляется. Ну все, на сегодня хватит работы. Надо и отдохнуть. Окунуться в мир VHS. Вот. Вот я позвал. 25 друзей, 25 кассет. Да, надеюсь, мы выберем с друзьями. Что же сегодня такого интересного посмотреть? Пока бандиты спят. Ну, я так надеюсь. Алекс первый. Здравствуйте, всем здрасте, всем здрасте. Я только что с циркового представления. Скуби-Ду. О, Скуби-Ду. Они тоже же были, как его, детективы. Расследовали всякие темные дела. Все понятно, Фред. А, где привидение? А, что это? Это уже интересно. Первый кандидат на просмотр – это Скуби-Ду. А это Скуби-Ду я не видел. Это не Скуби-Ду, где привидения были там. Зомби, где в замке были всякие вампиры. Это другое. Так что надо нам его отставить на кинотеатр, Маркус. Суровый викинг пришел. Да, Пронин, как я тебя понимаю. Столько работы, столько вокруг всякой нечисти. Я тоже сегодня постарался. Могу отдохнуть. Пантадеус. О, Пантадеус. Это что-то польское. О, ну да, польский гимн же был. Правильно. О, блин, какой кейс классный. Вы видели? Пантадеус. И тут даже написано... Пан Тадеуш, вау! Первый раз такой кейс вижу. И рости пан Мистольник, первый пан в повете, богач и фамилиан, мял jedyne dziecię, córkę piękną jak anioł, więc się zalecało stolników niej szlachty i panioczek niemało. Między szlachtą był jeden wielki paliwoda, kłótnik Jacek Soplisa, zwany wojewoda przez żart. W istocie wiele znaczył w województwie, bo rodzinę z Soplisów miał jakby w dowództwie. Oboż pan stolnik. Tam paru słów znaju po polsku. Насколько я понял, там про воевод что-то. Старина Стэнли прибыл. Ну, что же ты нам притащил? Остров сокровищ. Остров сокровищ. Да-да, только что недавно смотрели, кстати. Если б не было бы этих мудаков поющих там,
и танцующих. Был бы классный мультфильм. Это тема из мема. Да, мем. Да. И всего кикмем. Был бы классный мультик, а так весь мультфильм испоганили. Вот. Но смотреть можно. Если этих мудаков, так сказать, перемотать. Хотя в зарубежной версии этих вырезали. Вот и правильно сделали. Рейко и Ковальский пришли. Так, ну, ребята, давай. Матрица. Матрица. О, вообще-то я видел все три матрицы. Мне еще понравилась революция, последняя матрица. Прикольная. А тебе, Маркус? Не знаю. Ну и первая. Они в разных частях. Угу. И встретились совершенно случайно в санчасти. Это был 80-й год, когда наши войска отделили в Афганистан, а наш аэродром был ближайший. Туда и мы там обеспечили все это дело. Так, ребята, заброску, да, через нас очень много шло, а он был авиационным механиком, все время на воздухе, что я, называется, зима была очень тяжелая, до 20 градусов. Забирать. Зачем, бой? Завтра приду на работу, и там будут дела поисковиков, надо будет искать пропавших, так что лучше завтра на работе. Все сделано, Пронин. О, спасибо. Надеюсь, ты самую крутую кассету нашел. Да, я принес Вилли Вонку и шоколадную фабрику. Шоколад? Шоколад мне нравится, да. Это лучше, чем крэк. О, тимулятина. Это хорошо. Я видел мультик этот. Мультик мне что-то не понравился. Кондитерский магазин «Билла». Хорошо, хорошо, хорошо. Чего же вы хотите? С тройным кремом для Кристофера, тянучка для Отиса, взрывающиеся для Джун Мэри. Кстати, сегодня у Вонка есть кое-что новенькое. Что? Это называется первоклассный шоколад. Первоклассный шоколад? Как он его делает? Дорогой мой, ты спрашиваешь рыбу, как она плавает? Нет. Птицу, как она летает? Нет. Конечно, нет. Они это делают, потому что рождены для этого. Как и Вилли Вонка был рожден кондитером. А ты был рожден есть его шоколад. Кто может взять восход, покрыть его росой, полить шоколадом? Уже американский, музыкальный фильм, кстати. Хотя есть и продолжение под названием «Чарли и шоколадная фабрика». Тетушка сова прилетела. Ну, давай посмотрим что-нибудь умное. Она неизвестную принесла. О, ну, сова, ты как всегда такая умная. Неизвестность всегда так манит, так интересно всегда. Гильермо Наварро. Мотивом романа Элмора Леонардо «Рискованная операция». Все ясно.
Героин, наркотик, крэк. Да. Ну, это не будем смотреть. Это у меня каждый день хватает. И героина, и наркотиков. Утенок прилетел. О, ну? Скорость 2. О, это что-то интересно. Это Сандра Баллок, да? Конечно, ничего не может сравниться с фильмом «Скорость 1». Никогда. Ты же знаешь, что я полицейский? Я это тебе говорю. Подожди минуточку. Да ладно, ну перестань. Можно тебя спрашивать? Когда мы с тобой разговаривали, я тебе сказала о Джеке, о том, как вот всегда было обидно, он думал, что я сумасшедшая, что... И я решил, что никогда больше не буду встречаться с такими ненормальными женихами. Может быть, мне... сказать теперь, чем я занимаюсь, зарабатываю себе на жизнь. Совершенно верно. И все провалить? Ты знаешь, что сегодня? А, ну да, сегодня, хорошо, что ты вспомнил. Юбилей. Я себе представлял, знаешь, каким? Тебя. Не знаю, но... Ну, может быть, там... выписывающим штрафы за неправильную парковку, приводящим старушек через дорогу, пьющим лимонад. Ну, я часто привожу старушек и очень часто пью лимонад. Я тебя даже не знаю. Я вообще не знаю, кто ты такой уже. Я тебя не узнаю и не понимаю. Почему бы нам не провести время вместе, а? Чтобы нам поближе познакомиться? Давай вместе уедем. Хорошо, куда? На Карибские острова. На Карибские острова? Это тебя что, синяк? Давай не поедут на Карибские острова, сядут на пароход, и пароход захватят бандиты. Ну, короче, ясно. Так, идем дальше. Скелетон пришел. Ужастиков не желаете? Тут раньше был Гнев Ангелов, но вместо него записывали Стального Гиганта. Ужастиков у меня и на работе хватает. Может, что-нибудь поинтереснее можно. Это не может длиться вечно. О нем придется рассказать. Да не волнуйся ты. Эй, Дин, посмотри. Ну, смотрю, смотрю. Работают только профессионалы. Бонзай! Давай сюда! Вода классная! Нет, спасибо. Сюда. Он же робот. Вода попадет ему. Ханты будет. Ну, я понял, что тут не надо разбираться. Там вроде нормальный гигант был, добрый. Винни-Пух пришел. Надо разобраться с пчелами. В последнее время они мне меду не дают. И неизвестную кассету принес. Да. Еле выцарапал у пчел. Не знаю, что там, конечно, но... Ну ладно, посмотрим. Не, ничего. Какой-то Jetix анимешка. Анимешка. Слушай, из Jetix. Слушай, не хочешь прогуляться? В такой холод? Да, сходим к озеру ненадолго. Итак, похоже, у тебя что-то на уме. Я беспокоюсь. Мы знаем, что второй раунд будет проходить в каком-то месте под названием Добби Виллидж, но мы понятия не имеем, что это будет за сражение. Да, это так. Так ты скажешь мне, что тебя тревожит, или мне придется гадать всю ночь?
Я просто боюсь, что мы с тобой... Ты уедешь, мы будем писать друг другу все меньше, а потом смотришь, а наша дружба в прошлом. Правда? Никогда не понимал эти аниме японские. Лучше все-таки советские мультфильмы. А тебе, Винни, я обещаю, я попробую помочь с пчелами. Снупи пришел. Так, ну? Сеть землетрясения. О, еще один фильм от Сандры Баллок. Сеть. Это про интернет. Дома, стоявшие на мягком грунте, обвалились. Произошла утечка газа. Смертельная комбинация. Спасательные службы работали днем и ночью. Между тем, ученые Геологического университета Соединенных Штатов начали понимать, что происходит под землей. Вопрос, который никто не задавал, но о котором все думали. Можно ли было это предсказать? Мы сразу поняли, где находится эпицентр. И как только мы это узнали, честное слово, мы поняли, что мы должны были предсказать его с точностью до секунды. Видимый успех этого предсказания. Землетрясение. Одно из бедствий, которых я никому не желаю, так сказать, вытерпеть. Вуди пришел. О, ну, потом сыграешь? Да. Да? Ну, ладно. Веца спагас моя мистерия. О, Radar Scalpers. Из Праты Ветри. Да. Группа Brainstorm по-русски. О. Так. Пай-пай, ну, пришка два у нас-то свеси, а? Саймлек, а кастер? Чё-то... Трепш на ямонте евша, трепш у шпаграм, кота швец шурак. Каким два надо делать? Сейчас делаем. Тут шпаграм. Ой-ка, не граф. Эй, лаймоли. Ну-к. А, да лайк, ты таши? Токш. Ой, ленегара. Tas ir vecais Berklovičs. Tā ir vēstures saimnieka. Atceries no 50 gadu beigām. Vēlēk pēc darba. Seno laiku vēsture. Naktī uz 20. decembri Vācu aviācija uzdoja Anglijai. Mērķeķa darbs. Pirmo reizi, ko pēc tam... Klau, kur tu tik ilgi biji? Mēs tevi gaidām, gaidām. Nu, būlē. Strādāt. Vajadzētu man kādu 5 gram, citādi man tā jaušu uzstārās. Saprot? Rimi! Neko nesaprast. Kāpēc tam mūsējies? Divas kārtas vajag. Divas kārtas, divas kārtas vajag. Bet ir lēns pagrabtaisīs. Да, надо будет, наверное, посмотреть этот фильмец. Я такой фильм не видел. Так, идем дальше. Крипер пришел. Ну, так и не взрывайся, да? Черный пират 2. О, это будет фильм, да? Надеюсь, он по-русски будет, чтобы понять, о чем в этом мультфильме. Значит, есть один черный пират, а это уже вторая часть, значит. Kapteinis ir nostājis uz karatākas. Viņš ir ļoti nopietni noskaņots, vai ne? Kuģis, kurš tas ir melnā pirāta ceļā, vairs nekad nebūs uz ūdens. Nekad, iegaumē. Melnās pirāts, ā, это название корабля, во, вспомню. Я вспомню вот этот фильм. Stūri pa labi. Oh, какой. Чёрный корабль. Филер, paskaties uz tiem mastiem. Mm-hmm.
Jā, kuģis ir stiprs. Viņi labi iet. Ну да. Ну как всегда. Пираты захватят корабль. Ничего нового. Пиратская сага. Волк, ты опять без меня уходил. Из Никарамелька. Ну и не важно. Так, я принесла спирит душа прерии. О, вот это должно быть классный мультик. Помню, смотрел его. Там эти его песенки Брайан Адамса очень классные были. Да, я тоже один раз прилип. Спирит дух прерии. Если кто не видел, посмотрите. Мы еще раз посмотрим, Маркус? Да. Кинотеатр. Надеюсь, посмотрим. Старина Чарли пришел. О, и Стэнли Чарли. И он овощной пират. О, овощи пираты. Додуматься же только надо до такого. Так всякие обжект-шоу, все такое. Фигню какую-то придумают. Хорошо едешь. Да хорошо. До следующей песни, может, мне в речку заехать? Или, может, мне поможет с картой? А, прости. Мне что-нибудь сказать, Трипл, когда я с ним встречусь? Делай, лови его быстрее. Мой билет. Осторожней, у меня застряло. Да, даже нечего сказать мне. Что это вообще было такое? Зомби пришел. О, зомби. Что он нам принес? Форрест Гамп и мультфильмы. О, кролик Роджер. О. Мультфильме. Даже моя психика этого не выдержит. Смотреть два мультфильма вместе.
Гуфи пришел. А вот надо было посмотреть. Далеко, далеко. О, Николь Кидмел, Том Круз. Это сладкая парочка. Или муж и жена. Николь Кидман и Том Круз. Кол Мини Эллен Поллок. Майкл Джонсон, Дуглас Гиллисон, Уэйн Грейс и другие. Композитор Джон Уильямс. Прочь с дороги, дайте проехать. Монтаж Майкла Хилла и Дэниела Хенли. Эй, ты, жирный лендлорд, мерзавец. Ее очаровательные глазки были как проклятие. Три дня не прошло, как он лег в могилу, она убежала с его кошельком. Парни, приехал этот кровосос Леннер Бантин и попал в сущий ад. Смерть всем лендлордам! Надеюсь, они его убьют. Как тебе этот мерзавец, Джо? Будь проклята твоя черная душа. Ну да. Классовое неравенство. Классовые стычки. О. Нос, кто там у нас? Гвидо и чудовище пришли. Ну и что тут вместе делаете? Мы принесли VH1 Classic. О, классика, музыкальная классика. Это значит, песни, которые полюбили все. Бакс Банни пришел. Ну все, морковку съел, можно и послушать музыку. Но он 2004 года, 24-го. Это значит, новейшая музыка. Ладно. Сотка у нас Top Girls. Top Girls. Польская группа Top Girls. Ну, неплохие девушки были. Был вначале и польский гимн, и польский фильм, и теперь польский. Да. Неплохие Top Girls из Польши. Чебурашка пришел. Да, ну ладно.
Мой любимый герой детства. У меня самого Чебурашечка была. Такая, скажем так, странная песенка. Кто же это был такой? Кейси Мусгрейвс. Мусгрейвс, ну да. Сразу ясно. Из Ирландии. Или Шотландии. Кот прибыл. Так. Вот, специально для своего любимого прадеда притащил кассету от хозяина. Да, это что было такое? О, май год. Одни расписные попки. Да. Ну, я вообще-то женат. Меня этим не проведешь. Черный рыцарь пришел. Ну, наверное, какой-нибудь батл притащил. Грамота без того грамот зима. Эстакатин, каталтуры, маст, дымом зима. Ши ситуация нутым, ира дискутабла. Тулёты лаби, апси неска, эсэй комлик. На 300 билет, Маркус Рива. Бабушка, бабушка, участвовал в конкурсе «Хочу к Меладзе», где Меладзе создавал новую российскую бойс-группу. К сожалению, Маркус Рива не попал в эту группу. Медведь из «Маши Медведь» пришел. Да. Как раз сейчас следующая песня. О, это на Мадонну похоже. Диги Электроникс. Косит под Мадонну. Сразу видно. Косплей. Да. Электронная музыка. Диги Электроникс. Земные звуки. А, это Голотин. Фокусирует подобно. Ясно. Понял. Что у тебя? О, впервые вижу танцующих Голотиков. Это
это уже смешно. И кто же это такие невнеземные? Ну эти, KK Electronics. KK Electronics, они только играют, да, музыка только. Потому они Мадонну в молодости спроектировали. Косплей. Ну, блин. Жуки. Ангелочек прилетел. О, ангел-хранитель. Это хорошо. Надеюсь, он сохранит нас от чего-нибудь плохого. Незаконный Эрон Дондон в исполнении Элвис Бейли. Она с меня пример взяла. Последний. Пожарная машина, которую будет охранять. Вот, хорошо, да. Это видели документальный фильм про землетрясение, что происходит. И пожары, и все. Юбилей, ну респект и норма. Быстрее за фондом с ним бы форма. Как дура, и усишь в пепеле. Да я дура, что ты понял? Как если пульт им Барселона. Си у не ур баркене арде. Дура Барселона. А умы закашай норма. Так дуба бог не дыры паре. Да что ли, это Калифорния. Си у не ур избили стулаш. Да ради вору лизба, да. Știți-e dacă bate vântul noi, ridică privirea către noi. Ploaia care va cădea, păcatele toate ni le va spăla. Ură și iubire parte-n parte, dragostea învinge și ne raduce aproape. Ploaia care va cădea, păcatele toate ni le va spăla. Balans, balans, ai hai, atunci sunt lângă tine, nu-ți apare era. Suntem doi, e mai mică și durerea. Suntem doi și nu ne schimbăm ca vremea. Suntem doi, e mai mică și durerea. Unde doi, parte acolo e averea. Suntem doi și nu ne schimbăm ca vremea. Да, это, кстати, мне понравилась песенка. Латина, ритмы латинские. Но что же мы будем смотреть, волк? Да и про спирита, душа прерии, если карамелька принесла. О, отличный фильм. Все, я...